Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Воскрешение дочери Иаира. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходит начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.